Анонс и точная дата выхода четвертой части сериала «5 минут тишины. Симбирские морозы». Премьера нового сезона сериала стартует с 13 декабря на телеканале НТВ. Остросюжетный сериал «5 минут тишины. Симбирские морозы» расскажет о героях, которые продолжают службу в ульяновском отряде МЧС 9906. Суровая снежная зима бросает им новые вызовы. Но коварные ловушки спасателям расставляет не только природа. Есть люди, которые не остановятся ни перед чем, пытаясь вывести спасателей из строя, одного за другим. Как всегда, ребята могут рассчитывать только на себя, на свою нерушимую дружбу, стойкость и храбрость. Пока они вместе, у них есть надежда. А сами они – надежда для каждого, кто попал в беду. Это четвертый сезон сериала «5 минут тишины», премьера которого состоялась в 2017 году на канале НТВ. Съемки сериала прошли в Москве, Ульяновске, Ульяновской области, Димитровграде и в Заволжье. Одной из локаций стало село Тушно в Сенгелеевском районе. В ролях снимались Игорь Лифанов, Роман Курцин, Олег Андреев, Дмитрий Мальцев, Алексей Нилов и другие. Напомним, премьера четвертого сезона сериала стартует с 13 декабря на телеканале НТВ. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.